Здравоохранение региона, его качество и доступность обсудили на заседании круглого стола в Медакадемии. В дискуссии участвовали чиновники, врачи, представители общественности. Взять, например, доступность. С недавнего времени регион практикует выездные формы работы с пациентами. То есть так называемые узкие специалисты областной больницы, центральных районных больниц в определенные дни выезжают в сельскую местность и там проводят консультации населения. Для пациентов это, безусловно, удобно, но назвать такую практику эффективной – нельзя, считает председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Евгения Лукашова. Необходимо, чтобы после этой консультации сразу можно было записаться на прием к нужному доктору. Проконсультировался человек, да? И далее нужно бы так, чтобы он сразу приехал и записался на прием, не ждал следующего. Вот он проконсультировался, а потом заново опять попасть к врачу очень сложно. Вот эта проблема как тоже была. Вести такую практику разом не получится, пояснил начальник департамента здравоохранения Михаил Ратманов. Но попробовать можно. Поднимались и вопросы детской медицины. В частности, на сортировке заканчиваются работы по строительству взрослой поликлиники. А вот детской здравницы там нет. Малышей предложили обслуживать в ней материнство и детство. Все необходимые для этого специалисты учреждения есть. Сегодня люди ездят на Театральный, на Хренецкий проспект. Ну, объективно, даже, я понимаю, что я на машине большую часть передвигаюсь, но с сортировки в центр, особенно с малыми детьми, ну, не очень удобно на самом деле добираться. Вот. И утром, и вечером это постоянный наплыв пассажиров, пробки и прочее. Вопрос обещают решить в ближайшее время. Какие будут еще варианты для сортировки, если НИИ вдруг откажется, пока непонятно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.